У нее сидит, терпит самая за 70 большая тысяч. Библиотека в джунглях. Что ты терпила? Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Опять взялся за старый, опять Мавроди в гробу крутится. Так, проверка. О, посыпалось. Я это могу да, добавить уже. Опять за старое. Если бы Мавроди воскрес и увидел, что ты творишь, его бы снова охватил сердечный приступ. Я хочу по-честному, чтобы было. С моей удачей мой Майнкрафт полетит в мимолетку. Спишка, помнишь, в первом хороша? Раунде. Играем в 38 попугаев. Ля, сука, Альберт. Охренеть. Во сколько конец аукциона? Когда мне спать идти? Братан! Ну ты 100% играешь в 38 попугаев. У меня денег как бюджета у Москвы. Фух, ну так пиши в гугле скачать игру 38 попугаев торрент и ставь пока на скачку. Это ты серьезно что ли, а? У тебя нормально, блять, все? Или что, это даже хуже Шрека? Проиграю. Приедут спортики за деньгами. Ставь на скачку, говорю. Блять. Ты че, кто ты? Блять, пацаны, да кто это? Сказали, искал меня боярин ты молодой был. И пригожий. Я блять. Сразу на тебя и подумал. Да ебать, да кто ты такой? Ты че творишь, блин? Это просто пиздец, баба. Хаба, бля. Да ты шо? Ты бля, порватиру, мне не дочь играть, сука. Санё, у тебя еще работает. Ебать. Ему написать. Ты кто, я хочу рекламный блин? Баннер своего ебла повесить у тебя. Пиздец просто. Алина сказала звать, баннер, это когда ко мамонт придет. Рекламный баннер от твоего лица. Есть такая возможность. Есть. Но тут вопрос варьируется уже в других как бы суммах как бы. Рекламный баннер — это дело прекрасное. Здесь уже как бы вопрос варьируется, сам понимаешь. Как бы, ну, рекламный баннер — это решим, это все ко мне. 38 попугаев. Может быть, все-таки мы с тобой сделаем бесконечным этот так называемый аук? Нет, давай ты рот закроешь, пока я тебе его лично не закрыл, Шмышенко. Давай крути бурмалду уже, мне с утра в Госдуму надо. Посмотрим, ага. Как ты играешь в 38 попугаев. Спасибо, дружище. Сейчас, брат, подожди. Дай бог тебе здоровечка. Так, Альберт уснул, попугая удаляем нахуй. Раз-два попугаю улетел, ПБМ перья оторвал. Сейчас, секунду, тогда я VPN включу, посмотрю, у нее розетка сохранилась. Кого ты осуждаешь? Ты было. У меня было 10 кака голосов, а сейчас уже 10 кака с этими. Короче, завтра законопроект по отмене Глада Валакаса. Нет, братанчик, ты победил, все, ты победил вне аука даже. Ты выиграл, брат, все, это аук на вторую игру уже идет, Родемыч. Спасибо. Спасибо, сейчас будут уже, я скачал игру, брат, сейчас мы прокрутим, вторая игра у нас, которая после коров. Попугаев. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Стубс зе зомбе. Апахти, чё такое? Это что вообще? В смысле? Там что-то еще есть? Майнкрафт. Блять, Майнкрафт все-таки.
Ну да, ну тут уже как бы это самое все по-честному, действительно. Не, ну так-то да, все правильно, согласен. Майнкрафт больше всего. Ну вот, блин, все-таки видите как. Летит! Волшебник летит! Пиздец. Приветствую вас, зверя. Этот игры второй экран залил. Мне экран сгорел новый. О, ужас. Моя волшебная палочка сломалась. Без нее я не смогу творить чудеса. Мне экран сдох. Просто у меня сдох экран. Какой позор. Какое унижение. Как же я вернусь... Три месяца назад смотрел патоки. Был Майнкрафт. Месяц назад смотрел патоки. Был Майнкрафт с хаос-модом. Сейчас вот зашел проведать. Как дела? Колесо с Майнкрафтом. Держишь планку. Ты прикинь, у меня монитор надъебнулся. Перестал показывать монитор. Только вот так вот, и все, по-другому я не могу, потому что она старая, игра кривая. Волшебник летит! Сейчас. Там нам сейчас делать нечего. Там нам сейчас делать нечего. Иди просто нахуй, сука! Позвольте вас спросить, вы еще не узнали, как починить волшебную палочку? Ну, еще нет. Ах, как грустно. Я больше никогда не смогу творить чары. Не отчаивайтесь, волшебник. Мы обязательно починим вашу волшебную палочку. Иди нахуй. Ты даришь мне надежду, обезьянка. Блять, представьте лицо человека, который вот эту хуйню задатил поиграть. Просто ты что, дурак или что? Там нам сейчас делать нечего. Я тут не пригожусь. Там нам сейчас делать нечего. Вы что бросаете там? Вот так? Брат, я погуглил игру, ее в 2008 году запретили к продаже и изъяли все копии из-за гомосексуального подтекста и игры небинарных персон. Куда? Аккуратнее, похоже, Слайон. Альберт хочет тебя под статью поставить. Сука, ну и старая дура. Выйди из этого говна. Лучше смотреть Майнкрафт, чем это говно. Батлашка лучше, а Николай на стример. Кошмар! Кошмар! Все джунгли рыдают! Так, главное, без паники. Джунгли велики, и в них обязательно найдется зверь, который знает, как починить волшебную палочку. Ну, это, слоненок, кстати, плюс-минус, ты как много смотри. Читаешь. Может, ты подскажешь, полностью. Что делать? Волшебная палочка – это очень тонкий инструмент. Я не знаю, как ее починить. Извините. Ну, может, ты знаешь, кто знает? Ну, может быть, сова сможет помочь. У нее сидит, терпит, самая большая библиотека в джунглях. Что ты терпила? Тогда идем к сове. Я просто запустил, мне интересно, что за игра в целом. 70 тысяч заплатить за вот это? Ну, а что там? Там полмиллиарда за смуту заплатили. Ты видел ее? Блять, ну ладно. Конечно, у тебя отстой здесь. Блять, отстань, отдай, блять, насладиться. Привет, малышня. Я не смогу забраться на эту пальму. Тут нужна помощь того, кто умеет летать. Попуга, только ты можешь добраться до этих кокосов. Давай ты будешь сбрасывать их вниз, а я буду их ловить. Без проблем.
Чем ты ее так громко сделал? На голову дал. Так вы сказали, при запороне не слышно, вы что, прикалываетесь? Они издеваются как над лохом. Гады конченые, точка, будь мужчиной. Выруби музыку или на лоб. А то это же собака. Погромче сделай, я громко. Зыр. А то тебя все равно ловить эти орехи. Надо тренироваться. Вы чё, дебилы или чё? Я акула, ту-ру-ру-ру, я акула. Откуда эта музыка? Я папуля, ту-ру-ру-ру, малыша. Я акула, ту-ру-ру-ру, я акула, ту-ру-ру-ру, я папуля, ту-ру-ру-ру, малыша. Я не могу летать. Я акула, ту-ру-ру-ру, я акула. Прикиньте, насколько скучными стали стримы, что даже это является тормозит тут хуй побить, блять, куда я попал? Чё за дурка, Альберти, ты спишь, да? Точно спишь? Всё, хорошо, спокойной ночи. Альберт спит, хорошо, я выключаю эту хуйню. Я не буду в это играть, это абсурдная и вообще хрень. Это неадекватно. Так по уровню все вроде. Нас задонатил Челу Стока. А он даже ни одного уровня не прошел. Свои вставили. И мне, блядь, игру про обезьянку. Типа вот эту вот детскую, видела? Это пиздец. Просто они опять издеваются, суки. Я не прошел первый уровень. Давай, окей. Конченый. Сука, и прикол в том, что сейчас вот это я буду играть. И мне скажут, это самое, ты долбоёб. Выключи игру, скажут, ты долбоёб, ты ее выключил. То есть везде я буду долбоёб. Я всегда буду долбоёб. Что бы я ни сделал. Вечернее представление отменяется. Волшебная палочка – это клоун, очень смеемся. Тонкий инструмент. Молодцы. Я не знаю. Просто трэш. Просто представьте себе, Челу кинули 100 тысяч рублей за то, чтобы просто он поиграл в сухадистскую игру. Он выключил и сказал мне. Ну я же не знал, что это пи***ц, а не игра. Ну ты понимаешь, это неадекватно. Что за хуйню он попросил поиграть за 100 тысяч? Он ёбнутый, блядь. Задание где почитать? Ага. Что сказала сова? Пока ничего. Так хочется посмотреть представление. Скверный. Песенки для детей.
Приедите со своими музыками, ебаный ваш урод! Хватит дебилить, блядь! Хватит дебилить, родные! Вы сейчас выведете, ебаный ваш урод! В игре нет хаус-мода, вот она очкощику и не нравится. Деда, позвони, пожалуйста, быка, не как умеешь, плюс 7D. Твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак. Я рожден для серьезных игр, а не для этого. Твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак. Мягкий знак, твердый знак, 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 мягкий знак, мягкий знак, твердый знак. Что-то у меня плохо получается бить эти орехи. Надо тренироваться. Попугай, только ты можешь добраться до этих кокосов. Давай ты будешь сбрасывать их вниз, причина а я буду их ловить. Музыки. Без проблем. Причина в том, что музыка ваша отвлекает геймера от прохождения интеллектуальных игр. Твердый знак, мягкий знак, 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 твердый знак. Наша задача это рано. Да убери ты его! Мы не будем азарт. Поставили, забрали. Да чьи тебя отвлекать? Все равно играешь как лысая женщина. Да блять, ебаное управление! Ты ебать, прикол! Пиздец, капля! Папа! Блять, почему не ловится справа? Не успел-ка! Твердый знак, мягкий знак, 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 твердый знак, мягкий. Тебе еще нужно ведро? Да, еще столько бананов надо полить. Работает. Чем мешать человеку? А ты парнишка, ты парнишка, не робей. Это сюда не подходит. Я
сейчас ливну из игры. Ты не один здесь, а родной. Нормально веди себя. Уважение прояви к нормальным людям, которые пришли сюда насладиться контентом. Блять, я не пойму, что делать, я шапочку убрал. Мы шапочку с подругами отмечали праздник. У меня день рождения было. И мне друзья на фудкорте встретили подарком. Все одели шапочки бумажные на празднике. На фудкорте и стол сели на фудкорте. И мне и бутер купили, ну, бургер. И в шапочках сидели, мы колу пили. Праздник такой сделали мои друзья. Спасибо, друзьявки, люблю лавки. Целую всем, это я в блоге написал. Блять, куда я попал, сука, я не понимаю. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак. Пиздец, идите, вы знаете, куда с этой игрой? Мне надо отдохнуть, извините. Иди ты нахуй. Так, короче, харе балдеть, родные. Давайте вот это без Брэда нормально вести себя. Все, хватит, забудьте об этой игре. Это была ошибка выжившего. Если только один даун сейчас напишет, что я долб... Типа не осилил игру, я вас забаню, я серьезный. Или кто-то будет писать минус 80к, там, либо минус 100к, либо минус 70к. Я тоже буду банить, хватит себя вести так, я еще раз повторяю. Все, я осилил игру, просто я, ну, я вижу, что она вам не понравилась, это факт. Поэтому я сделал свой выбор, чтобы ее покинуть. Это прекрасное заявление от меня сегодня. Я молодец, я сильный. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Как дела? Мне похуй. Я буду играть в то, что я играю. Мне очень нравится играть во многие игры, и поэтому я люблю компьютерный гейминг. Вот и все. Без хейтинга, без буллинга, без нормального, блядь, без плохого поведения. Не нравится игра, ваши проблемы, у вас нет вкуса. Мне нравится, прекрасно, молодец.